Друзья, понедельник. Понедельник, 12 часов. Пойдем посмотрим, что тут происходит. What a fix. Ай-яй-яй, кто это звонит? Че ты папу потерял? Папу потерял, мой мальчик. Дедушка такой, как дела у тебя? Все, давай, здесь нельзя гулять. Ты знаешь, что у нас все ходят писать на улицу? What a fix. Дайте, мой колеси. Иди. Иди, давай. Иди на улицу. Да, иди. Да, можно. Можно, иди, мой хороший. Иди. Его зовут Добрый. Добрый. Как дела у тебя? Да, интервью для нашего канала. А, видели, да? Он интервью дал. Сейчас пойдем посмотрим, что там с ладушкой. О, одна лада не боится. Думаю, девочка моя. Ева, пошли. Ева. Маша, пошли. Добби, выйди отсюда. Ты все это население местное распугал. Иди. Иди. Коренное население распугал ты. Ева, пошли. О, дебилизм процветает, друзья мои, в нашем зоопарке. Вы знаете, что самая большая партия в мире? Это не единая. Это партия дебилов. Куда ни придешь, везде они. Пошли гулять. Ладно, не трогай его. Том Михалёси, ты знаешь, где папа? Пошли, ты знаешь, где папа. Пошли, Михалёси. Да пошли. Колёсико мой. Ты знаешь, что ты капуста? Откуда ты знаешь капуста где? Да. Никто с тобой не дружит. Конечно, не дружит. Ты себя видел в зеркало-то? Я бы тоже с тобой дружить не стал. Я бы нашел бы нормальный какой-нибудь человек. Вон. О! Белочка. Котофусечка, бля. Да, Бела? Скажи. Белая никак не может привыкнуть к нестандартной внешности. Вот он, мой мучеполь. Мучеполь мой. Мучеполь. Иди гуляй с девчонками. Давай только не гоняй их поэтому. По огороду-то. Рано еще, маленький. Бела! Бела. А вы, кстати, вот, друзья мои, мы же, я же как его забрал, сказал, мне 5 минут, меня накормили, допоили, сказали, оставайся ночевать. Вот, я сказал, не. И вот видите, события как развиваются. И мне показалось, что девушка-хозяйка схватила первого попавшегося и отдала мне, потому что все было быстро. Вот, вы не знаете, как определить, где козлик, а где девочка-то? Вдруг они мне это козочку подсунули, а не девочку, а не мальчику. Мне-то мальчик был нужен, друзья мои. Потому что я же как у коз, вот, например, определяю. Вымя есть, значит, коза. Во. Вот Маша, вымени нет, 2 года, я Маша. А вдруг он Миша, я же не знаю. Вымени нет, еще нету. Маше даже неизвестно еще, кто это. Видели когда-нибудь, да? Это стадо баранов. А, кстати, как можно козу обозвать, да? Козу можно назвать овцой. Ну, в смысле, обидеть. Как обозвать, точнее. Думаете, что он медлит все время, да? Сознание ко мне еще не вернулось. Только то время 12 часов, я только проснулся. И то проснулся Маруся меня. Начала по мне ходить, типа, открой мне окно, мне надо идти. Я почему снимаю, это первая встреча, они потом выкнутся, они будут нормально друг на друга реагировать. Добби? Чем мои колесико мой? Ты не знаешь кому? К папе? Так, пошли. Ладушка. Да, мои колесико мои. Как дела у тебя? И этот со мной тоже. А ему...
Никому прислониться. Чё мой хулёчек? Так, кушают они, маленькие мои? Кушают, да? Ай-яй-яй, они кушают. Откушают. А у тебя что это? Иди сюда. Тите не налилась. Вымя, что не налилось у тебя? Скажи, конечно, какой тут вымя, да? Не трогай, ну, это. Ай, мать, фуськи. Ай, мать, фиксы. Тем это фикс. Короче, Рустам, друг, который оставался, тот открывать, закрывать их, он сказал, что вчера в обед приезжал, они уже, она уже родила. Им, короче, сутки вот сейчас в обед. Время 12 часов сейчас. Тем это фиксы. О, есть захотел. Что-то есть захотел. Тебя надо фиксы. У Лады сейчас детей не было бы, она бы быстро его втоптала в грязь. Да моя хорошая. Да, Алёшка моя. Да, Алёшка моя. Да, умница моя. Да, умница моя. Кто-то мне, кстати, писал. Козочек надо. Вот уже две козочки есть. Тетя моя Хулюська. Тетя Хулюська моя. Тетя Катяшка. Я сейчас. Сейчас я протру. Это мой Хулюся играет. Хулюся играет мой. Их две. Ты это, зерно тебе принести, да? Вот. Давай я тебе зерно принесу, моя хорошая. Ты Хулюся, моя Хулюся. Сейчас я тебе принесу. Сейчас. Друзья, анекдот. Анекдот. Доби, пошли. Доби, пошли. С Ладой не связывайся, ты целей будешь. Анекдот, друзья мои. У поручика Жеска, поручик Жеска уже старый, на пенсии у него заходят молодые гусары, такие бодрые, энергичные, говорит, поручик, вот вам досталось большое наследство, вы удачно женились, государь-император вам выплачивает жалование, как герою Отечественной войны. Вот, говорит, вы вот куда вот все вот эти вот свои вот богатства свои вот как бы в деле? Он говорит, ну, вот надо подумать. Вот, говорит, ну, примерно 90%, друзья мои, он говорит, я потратил на женщин, балы, шампанское, скачки. Вот. А, говорит, а 10? А вот 10% я потратил зря. Все, друзья мои, события в нашем зоопарке развиваются. Пока-пока, друзья мои.